Вениамин Кондратьев поручил перейти на усиленный режим работы не только силовикам, но и главам муниципалитетов. При этом действовать особый режим должен не просто на время праздников, а до конца всего курортного сезона, отметил губернатор. Я уверен, что и автотуристов будет очень много, и просто отдыхающих, поэтому особенно обращаюсь к главам курортных городов, коллеги. Здесь не может быть сегодня ни проходного, ни выходного. Сегодня максимально все работаем в режиме круглосуточного гостеприимства. Поэтому вот ради чего мы сегодня сидим, это вопрос номер один. Вопрос из вопросов. Обеспечить безопасность. Еще раз подчеркиваю, во время курортного сезона, и на Кубке Конфедерации, и 12 июня, в день нашего национального праздника. В День России на Кубани пройдут более 300 мероприятий. Во всех районах организуют спортивные соревнования, выставки, ярмарки и праздничные концерты. Чтобы все прошло в штатном режиме, к обеспечению безопасности важно подключить общественность, считает Вениамин Кондратьев. Я глава муниципальных образований, обращаюсь к коллеге, вы там все на местах. Здесь ваши самые надежные, основные помощники – это тосовцы, это общественники, это казачество, которые четко должны понимать, кто заехал в район, с какими целями. Антитеррористическая безопасность в первую очередь должна основываться с активным участием общественности. А наша с вами задача – сплотить сегодня общественность вокруг этих задач. Втрое увеличится количество патрулей и на время проведения Кубка Конфедерации. В Сочи будут работать 4500 полицейских и более 1500 сотрудников Росгвардии. Также в помощь правоохранителям направят около 800 казаков.